Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерико Могерини после поездки в зону Сахеля представит доклад о ситуации с напряженностью в этом регионе Африки на заседании Совета ЕС по иностранным делам. На встрече также будет обсуждаться иранская проблема, в какой степени министры ЕС могут поддержать Иран после заявления о повышении уровня обогащения урана в нарушении шестистороннего соглашения. Заявления о превышении лимита и требования о поддержке прозвучали из Тегерана в ответ на выход США из сделки. Если одна из сторон соглашения нарушает условия, сложно представить, что партнер будет его придерживаться во что бы то ни стало, поскольку по существу ему просто не хватает мотивации, одной из основ международного соглашения. Члены Совета также обсудят ответ ЕС на действия Турции, ведущей работы по добыче газа в акватории Кипра. Брюссель может сократить финансирование, получаемое Анкарой, в качестве страны-кандидата на членство в ЕС.